Всем привет, друзья! Перед вставочкой, перед, точнее, видео хотел сделать небольшую вставочку. В общем, ребят, в этом видео я буду обсирать оптимизацию в игре. Вот, когда вы будете смотреть, вы услышите, как я, в кавычках, люблю оптимизацию в этой игре. В общем, я буду здесь говорить то, что плохая оптимизация, есть проблемы. В общем, был мой косяк, ребят. А косяк заключался в том, что вы сейчас видите на своем экране. Оказывается, у меня в настройках, так как настройки все скинулись на тестовом сервере, настройки все скинулись, у меня был отключена герцовка. У меня была выключена герцовка, и я играл вот эту серию и предыдущую серию, то есть когда я там только вот начал тестить, да, тесты вот эти вот, у меня герцовка в настройках была выключена, из-за этого мне казалось, что у меня лагает. То есть именно когда, ну, как бы, когда у меня 60 FPS, мне казалось, что лагает. Это было из-за того, что герцовочка, ребят, выключена. Оказывается, нужно обязательно на своем компьютере, нужно в настройках, в игре нужно включать свою герцовку. Я об этом, ребят, не знал, из-за этого получился такой косяк, и это видео такое немного негативное получилось, в том, что я, в общем, большую часть видео буду говорить про оптимизацию, но на самом деле с оптимизацией все нормально, просто я не включил герцовку, хотя вертикальная синхронизация у меня включена была, у меня был выбран мой монитор, и почему-то игра не подхватила мою герцовку, с учетом того, что оптимизация, точнее говоря, оптимизация, с учетом того, что монитор у меня выбран был в настройках, и монитор у меня 60 Гц. И почему-то он автоматически не подхватывает, а нужно выставлять, ребят, вручную герцовку. Если вы вручную не выставляете герцовку, то у вас могут быть проблемы с FPS. Так что это, ребят, тоже учтите. Вот. А так, да, вам приятного просмотра. Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Дмитрий, и мы сегодня с тобой продолжаем играть в Enlisted на тестовом сервере. Если кто-то не знает, что это за тестовый сервер, ребят, предыдущий ролик, пожалуйста, посмотрите. Выпущу я их в разные дни, эти ролики, один в один день, другой в другой день. Вот, и можете посмотреть предыдущий ролик, что это за тестовый сервер, как на него попасть, что для этого нужно сделать, кому задонатить, кому полезать. Вот, мы сегодня с тобой продолжаем еще одну серию. Ребят, много серий не буду записывать, только еще одну, наверное, может еще две, а может одну, не знаю. В общем, поиграем сегодня опять в Тихий океан, попробуем попасть на новую карту. Выставил настройки, как говорил в конце той серии, ребят, выставил все на высокое, все настройки у меня прям на высокое. Все прям вот на высоких, прям вот можете смотреть вот по правому, видите, здесь стрелочки нету вправо, значит, это все максимально выставлено, все максимально графика, ну, кроме капли дождя и всякой жопы вот такой. Вот, с вертикальной синхронизацией, ребят, играю, потому что у меня монитор 60 Гц, да, а то найдутся умные, которые скажут, а ты отключи вертикалку, у тебя FPS будет больше. Ребят, у меня 60, нихуя себе тропамунда, Библио Хилл, красота, да, какая, смотри, какая красота. Найдутся умные, которые скажут, выключи вертикалку, у меня, ребят, FPS 60, у меня монитор 60 FPS, понимаете? Я не могу выставлять, потому что у меня разрыв монитора происходит, то есть экран рвется посередине. Играем то же самое, что и на той карте, в смысле, в той серии. FPS лучше стал, ребят, я выставил все на максимум, и у меня игра теперь не плавает. В той серии, нет, даже поплыла, да, наврал, это в начале было, ребят, так. Почему у меня... Опять та же самая карта, блин, я не хочу на той же самой карте, а можно мне на другую карту? Подождите. Там кораблик доступен, пойдем на кораблик смотреть. Нахуй их всех. Пойдем с тобой смотреть на кораблик. Посмотрел я, кстати, за кадром еще, да, с FPS все равно такие же проблемы. Посмотрел я за кадром, ребят. Пизда по FPS, блять. Пизда, у меня дергается картинка. Я не знаю, что вы там видите, у вас, возможно, все вообще на самом деле плавно идет. Возможно, у вас вообще все плавно идет картинка. Вот, но у меня, поверьте, у меня прям дергается, ну, прям очень неприятно. Я бы, ну, я не хочу в такой этот играть. Я не хочу в такую игру играть, ребят. Когда вот так вот все дергается. Что-то разработчики подулучшили. Мы улучшили производительность. По-моему, они ее ухудшили на некоторых машинах. Не, в начале боя я сказал, что лучше. Чё там визуализацию какую-то с деревьями? Деревья вообще даже, блядь, на них следы не оставляются. Чё они там улучшили? Или это только в какой-то определенной компании они улучшили? Пойдем смотреть на кораблик.
FPS, ребят, 49-50 FPS. Это, ребят, на максимальных настройках графики. Это Full HD. Охуеть. Я буквально, ребят, год назад играл на самых высоких настройках графики. У меня все на высоких было. У меня стабильно 60 FPS был. Сейчас у меня уже FPS стабильного нет. У меня уже FPS 55, а то и 50. Охуеть. Это где-то за год. Они так апнули графику, что FPS у меня все, по пизде пошел. Теперь я на высоких настройках играть не могу, надо убавлять. Локация очень атмосферная, ребят. Очень сделана классно. Вот кораблик. Пойдемте попробуем на него забраться. Я надеюсь, они сделали возможность забраться на кораблик. Да. Кораблик, кораблик. Дай воды напиться. Оп. Так, а я надеюсь, она боевая? А хуй-то там? А почему не боевая? Давай через разработчики. Слишком имба была бы, да? Так, хватит игра за это. Слушай, прикольно, а битва здесь будет? Устават, как-то чего-то не хватает. Слушай, прикольно. И там вы воюете, товарищ солдат. 50 FPS. Блять, жалко, там нельзя походить. Ну чё вы меня ограничиваете? Так кто-то скажет, создай карту и ходи сколько хочешь, но так неинтересно, ребят. Самое интересное ходить, когда вот так вот. Пустые, немножко какие-то отделения непонятные, потому что на кораблях навряд ли пустое. Тут какие-то всегда кабеля идут, какие-то трубы, а тут как-то пустые. Надо было каких-то труб добавить им, кабелей каких-нибудь. Вот здесь, конечно, плохо. Внутри корабля плохо поработали геймдизайнеры. Потому что вот на корабль, когда смотришь, внутри действительно там какие-то трубы, кабеля идут все время, какие-то рубильнички там. А здесь что-то как-то пусто. Кто скажет, а это типа, это же грузовой отсек. Но все равно там какие-то трубы идут. Плюм, вот здесь вот что, труб тоже никаких нет. Ну а так, так прикольно, так прикольно. Туда бы, конечно, еще зайти бы на него посмотреть подальше. Куча звуков всяких. Вода, ребят, давайте посмотрим на воду. Она очень высокого качества у нас. Она какая-то мыльненькая такая. Ну, картинка красивая, ребят. С учетом, опять же, что это бесплатный совершенно шутер. Совершенно бесплатно. Выглядит очень охеренно. Но FPS 50 на высоких настройках. Можно, кстати, знаете что, следующую серию записать или прям в этой серии перезайти, ребят, сделать склейку и сделать самые низкие настройки, только оставить свой разрешение экрана свое и, к примеру, текстуры на высоких. Текстуры на высоких, свое разрешение экрана, а остальное все на минимум. То есть как здесь будет? 54 FPS, блять, ребят. 54. У меня дергается картинка, мне неприятно играть. Возможно, вы на записи не видите этого. Мне пизда как неприятно. Очень неприятно. Я не знаю, если вот такое выйдет в релиз, ребят, я, блядь, ну я не смогу в это играть. Как люди будут, как я им буду говорить про то, что, ребята, ссылочка в описании, кто хочет зайти, поиграть, давайте, заходите, поиграйте, ссылочка в описании, да, и как вот зайдут они в это, и чё? Они отсюда нахуй сразу же выйдут. Это у меня еще, ну, у меня еще более-менее такой средний комп. У меня не мощный такой, ну, средненький такой, среднячок. Вот. Такой тверденький середнячок. Вот. Так я не могу играть. А люди, у кого чуть-чуть послабее машины, что, вообще не смогут играть теперь? Потому что я знаю, что многие даже из вас, вот кто будет это видео смотреть, я знаю, что вы, многие из вас играют не на высоких настройках, а на средне-низких настройках. Вот. Я это знаю, как бы. Но это и понятное дело. Пизда, 51 FPS, ребят. Не, ну это вообще, ну это нереально, это не при... Это пиздец. 39 FPS. 55. 50. Из-за чего, интересно, что жрет мой FPS? Мне вот просто идея, какая-то по-любому одна настройка, блядь, жрет весь мой FPS. Но опять же, разработчики сказали про то, что мы оптимизировали игру. Угу. Да, ребят, оптимизировали. Ну, карта красивая, сука. Вот с этим ничего не сделаешь. Карта красивая, ребят. Умеют, конечно, они карты ляпать. Карта красивая. Да, блядь, да заебали. Дайте побегать, потестить, блядь.
Я тут. Алло, командир. Кого-то убил. А, да, я не знаю, ребят, как бегать. Насчет техники, кстати говоря, ребят, технику там что-то теперь подбивается, да, как помните. Кто-то скажет, потести технику, там же теперь отдельный модуль надо ремонтировать. Совершенно верно. Поехали тестить. Попробуем как-нибудь сейчас затестить, не знаю. 49 FPS, ребят, на максимальных настройках. Full HD. А, кстати, подождите-ка. А, Full HD, а я кое-что не включил там случаем? А, нет, сглаживание я... Не-не-не. Тут сглаживание, просто есть новое сглаживание, ребят, добавили. Там вообще FPS-а не будет. Там вообще FPS убивает. Вот там для супермощных видеокарт какое-то сглаживание ввели. Пизда. 50 FPS. И то, это не эффектов, ничего, ребят. 50-49 FPS. Это не эффектов, ничего, я просто еду. Я хочу посмотреть ремонт техники, ребят. Как сделали ремонт техники. Типа теперь по отдельности все модули надо чинить по отдельности. Бля, пиздец. Я, кстати, предыдущий ролик поглядел, ребят, немножечко, как бы. Я скажу честно, я записываю два ролика друг за другой. Друг за другой. Вот, и тот ролик, да, более-менее нормально. Вы там вот этих поддергиваний не видите. В принципе. А я-то вижу. У вас там видно их, но не так сильно. Это искусственный интеллект, ребят. Только что перед вами бегал искусственный интеллект. А, пулемета нет у нас. Сейчас, подожди, сейчас перезарядка произойдет. А, насчет бы этих бы еще посмотреть бы. Самолеты там, которые с бомбами огненными летают теперь. Ребят, кто-нибудь чпокните меня немножко. Боты, короче, как бежали тупые, они так и бегут тупые. Ебать. Ну, огонь, да, они, кстати, огонь изменили, ребят, эффект горения. Он такой более стал, ну, пореалистичней. Трахнули меня, но трахнули так, что я вообще сгорел. Попросил как бы немножко этот помять танк, но мне помяли рожу так, что я больше уже не смогу зайти. Отвратительно, ребят. О, блядь, ебать, 45 FPS, 43 FPS, 40 FPS. Не, ребят, это не играбельно. Вот именно в таком виде, ребят, ну честно, я в пизду. Дезертир, да похуй. Это не играбельно. Давайте сейчас я... Или мы прямо сейчас здесь сделаем. Не знаю, комп... Ой, игру надо перезапускать или нет? Похуй, то что дезертиры. Вообще до пизды. Мы тестим игру. Дивбрик что-то там, что-то скинулось, да? Давайте, ребята, сделаем все настройки наименьшие. Оставим только разрешение своего экрана. Частота кадров. Вертикалка включена. Статический масштаб разрешения 100 оставим. Качество сглаживания низкое. Статическое масштаб разрешения давайте оставим, да, я думаю. Нет, давайте оставим. Да, это пускай будет. Это низкое. Качество текстур низкое. Нет, мне надо, чтобы качество текстур было не низкое, ребят. Мне надо... Подождите, мне надо временное сглаживание. Это нахуй вниз. Фильтрация текстур. Ну, фильтрацию текстур, кстати, можно оставить. Она особо ничего не жрет. Это фильтрация вашей текстуры. Она на самом деле ничего не жрет. Качество теней в жопу. Эффекты в жопу. В жопу. В жопу. Выключаем всякие рассеивания. Выключаем отражение. Выключаем. Это выключаем. Текстуру оставляем на высоких. Это очень важно, ребят. Ну, чтобы... Остальное все выключаем. А разрешение визуальных эффектов. Мне кажется, разрешение визуальных эффектов, мне кажется, сжирает FPS.
Так, у нас с тобой все на низком, кроме текстур. Текстур у нас с тобой на высоком. Мы при родном разрешении экрана. И вертикальная синхронизация. Ну, еще фильтрация текстур. Улучшенная фильтрация текстур. Но она на самом деле не особо на что-то влияет. Так, вроде бы не знаю. Нормально, да? Я надеюсь. Так, и давайте пойдемте опять в этот Тихий океан. Посмотрим, что будет с FPS-ом. Нью-Джорджия, ребят. Это тоже новая карта. Если кому-то интересно. Здесь разбившийся самолет. Сейчас посмотрим, что здесь с FPS-ом. Я даже, наверное, выведу вам специально в левом верхнем углу, чтобы получше немножко было видно кадры. Загрузка ГП, загрузка ХП, ББ, компания. Ну, вот эти вот все слова, вот хуй разбери какие. Блять, лаги остались, ребят, по-моему. Карту, давайте, кстати, новая карта, давайте самолетик осмотрим. Давайте осмотрим карту на визуальной. Слушайте, даже игра, вот все, что мы выключили, да, игра выглядит прилично. Даже, наверное, многие скажут, а нихера не поменялось. А я скажу тоже, что-то нихера. Нет, поменялось, листва другая стала. Пойдем, там в самолет можно зайти. Пойдемте посмотрим, ребят. С лопатой. Охренеть, здоровый какой. Почему в игре таких нету? Почему на них нельзя летать? Ну да, видите, опять самолет, да, но смотрите, он пустой, то есть ничего нет, то есть никаких ни проводов, ничего, как бы вот, вот не хватает немножко наполнения тут, ну слушайте, здоровая хрень, здоровая, нету ничего такого наполнения, ребят, красавчик лежит такой на брюхе, это баки или что это такое? Кто разбирается, кто знает, что это такое, ребят? Это баки здесь у него такие? Я думал, баки у них в крыльях. Или я в чё-то не разбираюсь. Или это просто какие-то бачки непонятные. Давайте зайдем, знаете, куда? На... Пускай там ребята воюют. А как сюда подняться, товарищи разработчики? А как сюда-то подняться? А как пилоты, блядь, поднимались? Перепрыгивали, что ли, блядь? Вот так вот, нахуй. А как пилоты-то реально залазили? Непонятно, ладно. Может, я что-то не понимаю в этих самолетах? Так, пойдемте. Ну, красиво, красиво. Красиво, пойдемте. Лежит такой красавец, ребят. Что, кто-то спросит? Ну, стабильный, у тебя 60 FPS, что у тебя? Поддергивание, ребят, есть. 60 вроде показывает. Но, блядь, я чувствую вот поддергивание. То есть это нестабильно. А, кстати, у нас забрали точку, ребят. А, кстати, это одна и та же карта, ребята, если кто-то не понимает, как я уже говорил. Вот здесь вот кораблик. Вот там вот не кораблик. Ребят, там враг. Вот там враг. Ребят, нас трахают, ребят. Ребят, мне больно. Бамбук, ребят. И я бамбук. Лесной бамбук. Я простой. Чё там... Нет, или как там это пел-то про бамбук-то? Я бамбук, я простой, что-то московский, что-то я бамбук. А, не помню эту песню легендарную. Не, ребят, проблемы есть в фризах. Оп, просадка до 30. Возможно, из-за, как я уже говорил, из-за тестового сервера, ребят. То, что просто именно сервер тестовый, он слабенький, и он не выдерживает нагрузки. Из-за этого лагает, ребят. Возможно. Я не отрицаю. Ух, ебать, там самолетище, смотри какой. Пошли смотреть на него. Сверху красиво, да, выглядит это все. Возможно, из сервака. Те же самые, ребят, подлаги. Мне все равно некомфортно играть. Я не знаю, такое ощущение, как вот знаете, блядь, у меня не включена вертикалка. Но она включена. Может, что-то с вертикалкой здесь накосячено? 120 FPS, 130, 140. Без вертикалки выдает... На минималках у меня 100 FPS. Плюс еще запись захватывается. Плюс еще запись захватывается. Это для моего старенького компьютера, это очень хорошо, ребят. Хотя даже на максимальных она тут 70 где-то FPS выдает. Такое ощущение, как будто реально, как будто с вертикалкой какие-то проблемы. А что это за здоровый хрен такой? Почему на нем нельзя улететь? Почему? Я бы полетал на нем. А, тут Или подожди-ка, он... А у него здесь должны быть пропеллер? Лопасти должны быть? Кто разбирается в самолетах? Я не разбираюсь, ребят. Бункер. Пойдемте посмотрим в бункер. Тут тоже бункер. Это тут зенитки, да, стоят эти? Склады, ребят. Склады сделаны атмосферненько.
Вот здесь почему-то склады у них нормально сделаны. С какими-то боекомплектами. Ририк какой-то. Три раунда, 75G. Это какие-то снаряды. Там по три штуки чего-то, каких-то снарядов. Вот таких вот. Вот здесь почему-то у них, вот видите, сделано более-менее. А почему-то на корабле там ничего нету. И на самолете. Вот. Что-то у нас еще есть посмотреть. Вот опять же хочу сказать, то, что на низких настройках, вот все, что я сбавил, я особо графики не вижу, чтобы графика как-то поменялась особо прям. Ну да, она какая-то стала более помыльней немножечко, да? Ну прям, чтобы игра прям хуже стала. Ни хрена, ребят. Ну да, эффекты там всякие, тени ушли. Домовуху видали, ребят, куда? Кинул сюда? А домовуха вон туда отскочил. У них проблема с гранатами, надо тоже фиксить. Они очень сильно отскакивают, ребят. Очень сильно отскакивают. Да, эффекты. Какая-то домовуха-то, блядь, не домовуха какая-то. Вроде что-то дымит, подходишь, кстати, а дыма-то и нету, ребят. Вот так дым есть, видите, дым есть, да? Вот так подходишь в него, просто уже дыма нету. То есть, получается, если враг стоит вот так вот, он тебя не видит, а если ты просто с той стороны подойдешь к дыму поближе, он тебя увидит. Потому что дым будет просвечиваться. Вот такая это фишка игры, ребят. Вот такие пироги, ребят. Боты, как я уже говорил, ребят, как в принципе были тупенькие, так они и остались. Я не чувствую, что они прям умнее стали. Если, конечно, с оптимизацией, ребят, ничего не исправится, то придется мне, видимо, играть в Unlisted на самых минимальных настройках. Хотя буквально, как я говорил... Да, боты как были тупые, они так... Я тут бегаю просто, а им насрать. Я, то есть, вокруг них бегаю, а им насрать этим ботам. Как я и говорил, ребят... про что я говорил? То, что год назад у меня игра шла на высоких настройках, на максимальных. Буквально год назад. А теперь я играю на минималках, и то лагает. Я прям на это делаю большой упор, ребят, в своем видео, в этом, на оптимизацию. И в сотый раз, да, я скажу, что я надеюсь на то, что это все-таки из-за сервака, из-за того, что тестовый слабый сервер. А не из-за оптимизации какой-то в игре, потому что это будет пиздец, если такая игра выйдет. 60, ну, блядь, у меня нету 60, вот показывает 60, ну, нет, у меня 60, у меня как будто 48, блядь. Ох, блядь. Едет, блядь, куда-то мальчик. Вот это я его встретил неплохо. Я хочу, чтобы мне танк повредили. Я хочу проверить, как ремонт производится техники теперь. Фосфорная. Фосфорная граната, ребят, понерфили. Фосфорная граната понерфили. Огонь улучшили. Да. А, поражение. А, у нас цветочки захватили. Ну, хорошо. Ладно. Ничего не изменилось, ребят. По дерганиям, по оптимизации, ребят, ничего не изменилось. Кто-то скажет, а может это только в Японии? А сходи-ка ты на другую карту. К примеру... А, кстати, заметили, битва с Москвой и битва с Нормандией местами поменялись. И Тунис местами поменялся. С Берлином. Вы заметили? Они не на своих местах. А пойдемте в нашу любимую Москву. Потому что это самая была первая кампания, ребят. Это была самая первая кампания. И уж она-то должна быть оптимизированной. И давайте, знаете, даже ради интереса покинем очередь. Настройки. И мы сделаем средние настройки.
То есть не минимальные, ребят, а средненькие немножечко там приподнимем. Чуть-чуть приподнимем, ребят, чуть-чуть. Качество текстур на высоких, да, там. Вот, приподнимем немножко, попробуем, поиграем, посмотрим, что здесь будет. Может, это просто из-за Тихого океана, может, это просто новая карта не оптимизирована. Давайте зайдем одним глазком глянем. Правда, уже серию бы надо заканчивать, потому что вы не любите смотреть длинные серии. Мое нытье слушать тоже почему-то не любите. Но почему-то смотрите. Вот, а сейчас посмотрим. Опять же, ботов сейчас, против ботов будем играть, все играть, потому что тестовый, ребят, сервер. Тут народ, наверное, 3,5 человека. Вот, прогресса пока здесь нету, ребят, никакого. То есть это тестовый сервер, здесь немножко другое тестится. Прогресс скоро, наверное, будет. Да, ребят, скоро будет нормальная прокачка, не вот эта вот уебищная, которая не пойми как идет. Ох, ебать, а это двигать можно, что ли? Нихуя себе. Это двигать, оказывается, можно. А, вот, не так вот идет, как вот, да, вот это вот по-дебильному, а по-нормальному, как в современных играх. Ты качаешь то, что тебе надо. Вот, и наконец-таки скоро уберут. Вот эти вот 6 компаний, будет просто одна компания. Ну, с ботами меня закинь, хоть с кем-нибудь. Просто ботов, давай мне ботов любых. Абсолютно, мне похуй, с кем играть. Мне надо тест. Запомнили, на средних настройках, ребят. Сейчас, сейчас посмотрим, что у нас будет. Видюха, кстати, до 68 у меня прогрелась. Ну, я бы не сказал, что там прям горячо. Но воздух выходит такой тепленький. Охлаждение у меня хорошее, работает. Вот. У меня там все выдувается. У меня три на вдув вентилятора, три на выдув. У меня там пиздец, у меня там метродуйка такая стоит. Игра найдена, ожидайте присоединения. Ждем. Если нам что-то найдет. Ну, уже нашло, но нас что-то не присоединило. Но это, опять же, напоминаю, ребят, тестовый сервер. Возможно, лагануло. Ну, мы, как говорится, люди не гордые, да, с тобой? Можешь, конечно, подождать, а можно нахуй выйти. Совершенно верно. Температура уже до 70 поднялась. Интересно. У меня обычно в играх 65 температура держится. А что-то Enlist тут прогревает мою видеокарту. Что-то мне это не нравится, как, блядь, а мне бы не спалить компьютер благодаря этому Enlist. Давай, ну ботов, просто меня кинь к ботам каким-нибудь. Господи, тут все равно игроков-то нету. А все, наверное, еще знаете, в чем прикол? Все идут тестить Тихий океан, потому что там же новую карту добавили. И все, наверное, бегут в Тихий океан. Чисто потестить. Нашло карточку, ребят. Не знаю, вырежу я этот момент, где я ожидаю карточку или нет. Полторы минуты прождал. Вот, видеокарта немножко охладилась. Почему-то при поиске прогрелась до 70, а сейчас как-то подохладилась. Тестим, ребят, производительность. Не знаю. На средних настройках. Если сейчас в Москве такая же жопа будет, это значит жопа, ребят, во всей игре. Может быть, там карта просто не оптимизирована новая. Нет, ребят. И здесь такая же жопа, ребят. Это пиздец. Ну-ка, с окнами что там поправили? Пошлите окна тестить. Не, такая жопа. Вот выдает вроде 60, ребят. Но у меня нету 60, я их не чувствую. То есть у меня такое ощущение, как будто, ну, 48 FPS. А у меня вот прям вот, ну, вообще пизда противно. 65, кстати говоря, температура. А при поиске карты до 70 разогрелась видюшка. Да, с FPS такая же хуйня, ребят. Блять. Ну-ка. Так. Ну-ка, тестим.
Не, по-моему, получше с окнами, ребят, стал, по-моему, получше. По-моему, получше. Он, они залазят и влазят, вроде получше. А с FPS-ом пизда. Да, я знаю, что я всю серию говорю про то, что с FPS-ом пизда, ребят. Ну, а что поделать? Не, с окнами лучше стало. Он залазит прям, да, вроде бы подправили. Ну, пойдем теперь в избе попрыгаем. Артиллерия, огонь по квадрату! Понял, подтверждаю огонь! Пойдем потестим здесь. Да, вроде бы. Нет, все равно, блядь, пока... Ну, это из-за того, что окно не закрыто. Точнее... Нет, все равно, подожди. Так. Нет, все равно как-то нам вылазить вот застревать. На залазине нормально. А вот из избы вот вылазить, он как-то... Залазит вроде бы нормально. А вот вылазит как-то вот... Не очень, вроде бы... Да, вроде бы выпрыгивает нормально. Но когда залазит, немножко... Точнее говоря, залазит нормально. А вот когда вылазит... Вот, да, он как будто застревает. А залазит он нормально, в принципе. Но, видимо, из-за того, что мы вылазим в полный рост, может, надо как-то приседать и... Нет, все равно. Он застревает немножко, есть такое. При вылазении есть. Но стало вроде лучше. С FPS, ребят, пизда. Кстати говоря, он окна сам открывает. Так он вообще не... Знаете, что самое интересное, ребят? Вот смотрите, окно закрыто. Я просто бегу, и он сам окно открыл. Он сам окно открыл, и я просто залез. Но когда ты вылазишь, окно не открывается само. Окно... Ебать. Окно не открывается. Умные боты, ребят, бегут. Умные боты. Которые должны быстрее реагировать на цель. Не реагируют, ребята, они быстрее на цель. Они также реагируют херово. Я не знаю, что разработчики мапнули ботом. Но они как реагировали херово, они так и реагируют. Пойдемте смотреть на струю бобра новую. На струю огнемета. Типа ее поменяли. С FPS-ом проблемы. Не знаю, в чем. 60 FPS, но, блядь, у меня проблемы. То есть у меня... Я не чувствую 60. У меня как будто 45. Так, струю давай смотрим. Ну, так-то визуально... Со стороны, наверное, надо смотреть. Со стороны, наверное, классно выглядит. А, добавили, знаете что, ребят, еще? Да, горение, эффекты горения. Не только на горизонтальной, но и на вертикальной площади. То есть не только по горизонтали, вроде бы и как по вертикальной теперь, видите? Хотя как-то горит хреново все равно. На вертикальной поверхности, типа на стенах, он должен гореть лучше. Ну, типа эффект. Ну, огонь они подправили. По-моему, огонь стал лучше выглядеть визуально. Визуально, по-моему, стал лучше выглядеть. Вот. Загрузка ГП вообще ноль практически, ребят. Смотрите, 100, 0, 100, 0. Она у меня прыгает, 100, 0, 100, 0. Загрузка ГП. Наши захватывают точку. Из-за этого, кстати говоря, может и проблемы с FPS-ом. Точнее говоря, с фризами. Вот такие пироги. Вот такие пироги. Немножко постреляем. Огнемет, огнемет. Дайте патронов. Дайте кто-нибудь патронов, товарищ командир. Ух, ебать, я как здраво перепрыгнул. Ух, а они что, переделали, что ли? А, боезапас полный, подождите. Огнеметы, если, ребят, кто-то до сих пор не в курсе, их можно перезаряжать. Нужно его полностью разрядить, подойти к ящику и зарядить.
Они, по-моему, исправили, или у меня залезание на объект такой быстрый. Он как-то прям быстро так, как-то здраво так, вжик, вжик. Он так раньше не делал. Или у меня перелазение через объекты лучше стало. Бля, ребята, ебать, мне так некомфортно, вы только сейчас представили бы себе. Давайте выпьем. У меня, блядь, картинка как-то плавает. Смотрим на визуальный красивый эффект горения. Пуканов. Пуканы, пуканы, пуканы. А у нас горят пуканы. Кстати, мне кажется, или огонь быстрее начал прогорать? Враг пытается захватить нашу точку. Мне, по-моему, ребят, кажется, или действительно огонь начал быстрее прогорать. Знаете, что я заметил? Во-первых, тиктокер молодой. Популярный будет. Очень классно двигается. Это во-первых. Во-вторых, обычно при арт-ударе у меня FPS немножко просаживался. Такие микрофризы были. А сейчас вот был арт-удар. У меня никаких микрофризов, ребят, не было. Блин, он как-то, да, он как-то здраво через забор перепрыгивает, ребят. Он как-то здраво так через забор перепрыгивает. Пуканы, пуканы, пуканы. А у нас горят пуканы. Потому что у нас пуканы. 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 Записывать надо, ребят, ремейки эти всякие. По лестнице как-то он сразу хреново как-то залазит пока. Как-то, знаете, как будто вот его заставляют туда, блять. Ну вылези. Не хочет. Как-то через заборы, по-моему, он лучше начал, ребят, прыгать. Ну-ка, давайте попробуем. П-3 пробовать не будем, жопу, это самолет. П-3 нам не нужен, нам надо тест, ребят. Нам надо попрыгать через... Во, вот здесь забор, давай вот сюда. Вот здесь сейчас попрыгаем через... Как-то, по-моему, или у меня что-то прокачано у них. Ну, по-моему, как через забор он... Как-то, по-моему, как-то получше начал как-то... Через забор как будто получше начал прыгать. Они же нам поправили залезание в окна. Может, и забор поправили. Ну как так по... А что не срабатывает? А. То есть как-то получше стал перепрыгивать. Бля, что у меня с FPS-ом, ребят? Я не знаю. А что у нас серия? Сколько уже идет, ребят? Ёб твою мать, я не засек ведь. Сколько? Да хуя, наверное. Надо выключать. В общем, все, что надо, мы потестили с тобой. Как бы все, что мне надо. С FPS-ом проблемы не только в Тихом океане, во всей игре. Возможно, это просто из-за сервака, из-за слабого. Потому что, может, тестовый какой-нибудь, может, слабый сервак. Да, блядь, да и убью ли я тебя. Может, тестовый слабый сервак. Но по показаниям 60, но у меня их нету 60. Это боты, ребят. Это вот боты. Давайте смотреть, кстати, давайте потестим еще ботов, как они очень хорошо реагируют. Смотрите. Давайте смотреть на ботов. Защищаем эту точку! Боты, которые хапнули. Ты бот? Вот боты. Охрененно, да, они реагируют в кавычках? Они что-то вообще, ребят, не реагируют. Они как были тупыми, так и остались. Вот бот. Ему даже похуй. Им похуй. Ребят, я тут. Ребят, я враг. Ребят, я враг. Что-то попытался стрельнуть. Вон что-то попытался... Ребят, я враг. Ребят, я... Я враг, ребят. Куда вы побежали? Мы, говорит, апнули ботов. Ну не вижу, ребят. Ну вот не вижу. Без обид, конечно. Но реально, не апнули вы никого. И FPS куда-то, блядь, весь убрали. Ребят, я тут. О. Что-то увидели, да, три. Ну, нет, ребят, нет, 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 нет.
Зато правда, ребят, зато правда жизни. Жестокая правда жизни. А, кстати, у ППШ перегрев будет. Дымок, дымок должен идти. Да, дымок вон идет из ствола. Да, наверное, вам не видно, ребят, но вон дымок идет из ствола. Дымится теперь. Дымок добавили, эффект дымка. Когда ствол нагревается, эффект дыма, да, вон, от ствола идет. Ну, пиздато, да, но только с FPS проблем. Нужна поддержка артиллерии. Вас понял. Сколько серий-то идет, блядь? Я же не знаю, я не засекал что-то. Мы что-то там побегали, тут побегали. Вперед! Наши захватывают точку. Наши захватывают точку. Противник наседает на точку. Ну-ка посмотрим на арт-удар. ПС будет просаживаться. Нет, у меня раньше, знаете, когда арт-удар бил, у меня немножечко просаживался FPS. Умный бот. У меня немножко просаживался, ребята, FPS, а сейчас он уже... Удерживаем эту позицию! Не просаживается. Умные боты. Я просто стою, блядь, на них смотрю, ребят. Я просто стою, на них смотрю. Привет, бот. Это чувак на него переключался. Это живой игрок. Он переключается на своих ботов, а их потом просто убивал. Привет. О, боты. Смотрите, как хорошо они реагируют на опасность. Видали? Видали, ребят, как они хорошо реагируют на опасность? Это так, я еще, ребят, просто бегаю, вокруг нет. А представляете, вокруг нет. Вокруг нет, я представляете, вокруг нет. Я вокруг них бегаю, просто хожу. А представляете, если они встретятся, а они встречаются против каких-то киберкотлет. Для киберкотлет ведь вот эти боты, они ведь просто мальчики для избиения. Ну, даже для меня они сейчас мальчики для избиения, и все. То есть я не чувствую, я вообще, я хожу, не напрягаюсь. Напротив киберкотлет. Так они, эти киберкотлеты, на них там настреливают 200-300 килов. Враг пытается отбить точку. И все. Ай. И все, ребят. Здрасте. Вот такие пироги. Ладно, потестили мы с тобой. Через окна действительно получше стал перелазить, ну как мне кажется. Получше, конечно, есть еще над чем работать. По-моему, получше. Вот, с FPS-ом пизда, да, я повторил это уже миллион раз за эту серию, ребят. И еще миллион раз про это повторю. Наши ребята захватывают позицию. Пиздец. Мы боты, 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 мы ничего не видим, мы не понимаем, где враг, где враг. Не понимаю, где враг, где. А, вот враг. Где враг, ничего не понимаю, где враг, куда смотреть, куда, не понимаю. Да-да, вот так вот. Они апнули, да, наверное. Они, наверное, их апнули, но чуть-чуть, знаете, так чисто символически приподняли там им немножечко. Чтобы детишки... могли поиграть. Чтобы детишки могли поиграть. А где враг? О, враг. Ой. 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 Попали, красавцы. Ладно. Да, с ботами, конечно, какая-то беда. Ботов надо еще апать, 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 еще раз апать, но это не серьезно. Я уже много раз говорил. А, давайте отключим показатель. Угу, все, посмотрели. Вот. Проблемы мы с тобой выявили. Опять же, надеюсь на то, что лаги у меня из-за того, что сервер тестовый, слабый, может, какой-то. Вот. Но... не знаю.
подлагивает. Игра реально подлагивает. Это меня расстраивает, потому что если игра выйдет в релиз, выйдет основное крупное обновление, такая хуйня будет. Ну, наверное, не у меня, у одного, наверное, такая херня будет. Наверное, у других игроков тоже будет. Здесь даже боевой пропуск, ребят, есть, прикиньте. Вот, у других-то ребят тоже, наверное, такая же хрень будет. И это будет печально. Вот, ну ладно, в принципе, более-менее, да, что-то сделали получше, что-то где-то вообще без изменений. Вот так мы с тобой посмотрели тестовый сервер. Не знаю, сколько там серий, может, она уже час идет, я без понятия. Вот, ну такое, то есть как бы да, как бы нет. Это, кстати говоря, они еще, знаете, анонсируют как крупное обновление. Я бы не назвал бы это крупным обновлением, на самом деле. Ну, такое обычное обновление с фиксами. Просто обновление, но не крупное обновление, это точно как-то... Крупным обновлением здесь как-то не попахивает, ребят. Вот. Опять же, играли на средних настройках. Была какая-то беда. Не знаю, да, под вопросом, ребят, все это. Увидимся с тобой уже в следующей серии. Когда-нибудь будет в нормальном режиме. Всем до встречи, всем пока.